Добрый день, дорогие друзья! Я Сергей Шевелев, и снова с нами Азбука Чая. Ну, тут мы в новой студии, мы перезапускаем. Поехали! Сегодня тема у нас топ-5 самых сложных в изготовлении чаев. Для многих, кто не так близко сталкивается с чаем, может показаться, ну что там, собрал листья, там что-то посушил, там помял, да и вроде готово. Но нет, существует тысячи сортов чая, каждый из которых имеет свои особенности производства, даже если тоже там зеленый чай, это может быть много разных типов. И сегодня расскажу о самых необычных. Как мы знаем, чай — это, конечно, очень сложный сам по себе культурный продукт, для тех, кто уже в курсе. И, пожалуй, есть среди них чаи, которые выделяются из этого всей огромной палитры вкусов и разнообразных подходов к производству, потому что есть, как бы, да, чай сложно, но есть, которые очень сложные. Мы сегодня будем говорить именно про них. Первый сорт – это сорт чао-ча лун, достаточно еще при этом и редкий. Это 5-е место у нас. Жареный лун. Чао по-китайски будет жарить. Этот чай известен еще со времен династии Сун, но он не так известен в самом Китае, даже материковом. То есть это более такой местечковый чай, который производится в уездах Цзиян и Мэйчжоу, провинции Гуандун, на севере. В основном из даньсунов, местных разных сортов улунов, фушоу, шусянь, басянь и множество других, на самом деле, более 30 сортов. В чем же сложность? Ну, помимо того, что, как и многие качественные луны, собираются вручную, кроме того, там очень сложная стадия обжарки. У нас сначала идет такая быстрая обжарка, минут 15, а потом на низкой температуре, на дровах, более 10 часов, несколько циклов обжарки, остужения, снова обжарки. То есть это такой очень сложный процесс, и технолог часто тоже не спит, как это бывает с другими, конечно, чаями, но в данном случае сутки занимает только сам этот процесс, иногда больше-меньше. Дальше уже всякие нюансы технологии, но производство весьма сложное. А вы, кстати, можете посмотреть, как это делается. Вот здесь вкус у этого чая, у чао-чао, достаточно такой терпкий, мощный, как, в принципе, ну, гуандуни любят очень пить такие крепкие чаи. И чао-ча-чай мне тоже, на самом деле, нравится, он такой очень бодрящий. Но бывает непривычно. Для начала, кто первый раз попробует, что такая жесть, такой он крепкий прям, да? Вот за счет, как раз, технологии очень получается такой тонинный, мощный, вкусный улун, то есть очень сильный. Бывает он разных степеней прожарки, близок к светлым улунам, ближе к темным улунам. Помню, когда первый раз мы попробовали его с Арефом, нашим другом, да, чайным мастером, который сказал такой, ну это прям убийца шу и ушаньцев одновременно, потому что там есть и то, и другое в плане вот именно своей крепости. Дымные приятные нотки, и фруктовые местами такие глубокие, они очень разные бывают. Чао-ча, советую их распробовать, чаи действительно интересные. На четвертом месте у нас желтый чай Хушань Инджэнь. В принципе, можно сказать, что все желтые чаи непростые, но мне хочется почему-то сказать именно про него, потому что он еще и мало раскручен. Я лично сам ездил в Хушань не раз, это провинция Аньхой. Не так, кстати, далеко находится от производства знаменитого чая Люань Гуапянь или тыквенные семечки из Люань. Хушань Инджэнь, думаю, надо начинать со сбора. То есть маленькие почки, то есть это несколько сборщиц могут собрать там одно ведерко, и там получается там 200 грамм чая. И самая сложность там — это тоже очень-очень такое длительное томление. То есть эти почки сначала немножечко так лежат в тенечке, чуть-чуть подвяливаются, а потом укладываются такие бамбуковые корзины, которые ставятся на угли, что важно. Похоже немножко технология на хунбэй. Это подвяливание постоянно тихонечко вот таким вот метелочкой, иголочки ты перемешиваешь, почки, да, вот эти маленькие. Очень кропотливая работа, и нужно при этом же еще досушить, и нужно при этом ничего, не дай бог, не отойти, не пропустить, потому что это тоже, ну, трудоемко очень. Вот. Ну и чай требует тут и тоже мастерства, потому что там сколько угля положить, как мешать, сколько держать, все эти нюансы очень важны. Вот. Поэтому делать его тоже сложно, и собирать, и его еще, кроме того, довольно мало, и он еще и редкий, и, естественно, тоже не бюджетный ни разу. Третий чай называется Тайпин Хоукуй. Производится он тоже в провинции Аньхой. Это зеленый чай. И это один из очень немногих зеленых чаев, которые не скручивают. Я думаю, это чуть ли не единственный. Хотя нет, Сунчжэнь тоже не скручивают. Из него делают такую плоскую форму гунзи. Но вот Тайпин интересен тем, что, по сути, у него есть еще и прародитель такой, называется Дингу Дафан. Причем из провинции Джитян, а не из провинции Аньхой. Одновременно и прародитель и лунзина, и тайпина. Потому что, в принципе, эти три чая немного похожи в плане такой плоской формы. Но тайпин – это такой победитель просто этой самой плоской формы, потому что там, ну, стандарт считается сантиметров 6,
А бывает и 8, даже больше, смотря какой лист возьмут. Берется почка, и такой обычно тайпин подрезается очень коротко, но важно, что собирают его большой длинный побег. То есть почка и 3 или даже 4 листа. Тоже должен быть лист молодой, свежий. Поэтому есть особенности и в выращивании, и в подрезании этих кустов, и как его пособирать правильно и так далее. Основная технология – это когда вот после такой очень быстрой обжарки раскладывают на такие квадратные подносы чай и отдельно, каждый побег отдельно кладут. После этого прижимают сверху другим подносом, да, такая сеточка, и сушить. Вот. Раньше это делалось на углях, сейчас больше, чаще всего это делается на электрических сушилках, но очень кропотливая ручная работа по раскладыванию каждого этого листика. И потом, естественно, нужно как-то сложить, то есть, ну и выглядит очень необычный, и вкус у него тоже такой насыщенный, свежий и очень хороший зеленый чай. Кстати, про тайпин интересный факт, то, что его очень часто используют как такой так, дипломатических подарков в Китае для политиков там всяких вот и так далее. Если приехать, собственно, в место его производства, можно увидеть кучу фотографий разных политических деятелей, которые, собственно, которым вручали этот самый чай. В принципе, это не только с тайпином, но почему-то именно вот с тайпином это наиболее часто можно увидеть, потому что такой вот необычный чай визуально. Даже если ты вообще не понимаешь чай, когда такую штуку видишь, такую думаешь, о, что-то необычное, точно хочется попробовать. Второе место – это черный чай из Юнхуа. Вообще, можно было на это место смело поместить Шу Пуэр, как продолжатель традиции хэйча и такой вот сложный ферментативный процесс. Но хэйча все-таки прародитель, действительно более такой древний чай, и на самом деле в чем-то его производство даже еще сложнее, чем у Шу Пуэра. Потому что Шу Пуэр, если вы не знаете, свежие листья собрали, потомили, пожарили, посушили на солнце, получился шен, и после этого, значит, его заферментировали в кучах, и получился шу. Ну, это так очень грубо. У хэйча все не так просто. То есть собирают, опять, довольно большой старый побег. То есть, если говорить про классический хэйча, который сейчас делается, это делается, бывает, даже в конце мая, начале июня, когда же побег вот такой вот огромный. Почему? Потому что сложные ферментативные процессы, они, в принципе, позволяют вытащить вкус даже из старого листа. Вот. И поэтому, собственно, получается довольно невысокая себестоимость в целом у хэйча именно из Юнхуа. Потому что если про хэйча в целом, это очень большая тема. Это чаи из разных провинций, из Сычуани, из Гуанси, и, соответственно, из Хубэя, из Хунани, собственно, да, и даже Ваньхой тоже делает свой вид хэйча, Люань хэйча. Это есть еще всякие там местечковые такие полухэйча чаи в других провинциях тоже. Вот поэтому это, собственно, большая группа чаев. Но мы говорим сейчас именно про чай из Юнхуа, такой самый большой, вот знаменитый производственный пласт именно хэйча. Собственно, да, чай собрали, потом, значит, чай немножко поливают водой, тоже такой почти как вот и у Шу Пуэра, такой ферментация происходит несколько дней, потом немножко подсушат, потом еще поливают, и вот не так долго, как у Шу Пуэра, там не 60 дней, но вот дней 10-15-20, вот их тоже подферментируют и подсушивают одновременно. Эта технология на самом деле достаточно сложная, потому что в разных регионах она еще отличается. Поэтому нельзя сказать прям точно, как делается. Вот. Но после этого идет сушка. Сушка идет тоже такая вот на высоком огне обычно, и на дровах чаще всего такие большие такие короба сушильные. В зависимости тоже от того, какая именно хэйча. Потому что есть хэйча, например, более ферментированная, есть более светлая. Так мы шэн хэйча, шу хэйча, можно так сказать. Тоже уже есть там дальше технологии, когда прессуется это сырье в кирпичи, и на них подсаживается золотая плесень диньхуа, или золотой цветок. И этот самый, тот самый золотой цветок, который сейчас очень полезен для желудка. Получается такой плесневелый чай, так называемый, да, то есть как сыр с плесенью, есть еще и чай с плесенью. Это вот если полный цикл, я максимально постарался коротко это описать, потому что на самом деле технология очень сложная. Ну и, пожалуй, самый сложный технологический процесс – это тайдунский мисян хунча с Тайваня. Тайдун – это значит у нас уезд на востоке Тайваня, на восточной части острова и такой достаточно удаленный от всех чаепродающих регионов остальных тайваньских. И медовый красный чай, дословно, или медовый лун, хун лун его называют, его делают не только там, но там он самый, пожалуй, замороченный. Причем он был там буквально только что, и поэтому очень легко, очень вспомню прям по памяти его производство и технологию. Делается он в том числе сейчас и некоторых новых сортов чая, не только из каких-то классических, но и каких-то новых сортов, которые были только что, там есть 23-й, 24-й номер на Тайване. Технология такая, то есть собирается лист, сначала лист подвяливается, по нодиях с красным чаем выкладываются такие короба с вентиляцией, подвяливается на улице, после этого складываются в подносы и
вялится уже в помещении, причем подвялился там несколько часов, потом встряхнулся в специальных барабанах для яутини, обратно кладут его, значит, под носы. После этого он идет у нас на медленное скручивание в больших барабанах, на жовне сминания, медленное, что важно, ферментацию после этого. После этого он проходит всю стадию вот этой вот обжарки и скручивания в шар у лунов, как делается. Скручивается в шар такой большой шар чай, значит, он специально на таком тоже сминальном станке, закидывается в обжарочник, разбивается шар, снова скручивается в шар, снова сминается в шар, там крутится шар между собой. Вот, и снова забрать. То есть это вот технология туда-сюда, это тоже делается там раз, может, 10, да больше, то есть в зависимости от. И только после этого уже идет финальная сушка. Причем еще некоторые из этих стадий не повторяются в зависимости от, некоторые стадии могут там уходить, приходить. Ну, в общем, это, я думаю, что это самое замороченное, что может быть. Еще что важно, сам лист, сам чайный лист, он тоже, его кушают такие маленькие вот эти цикадки, которые кушают знаменитый улун «Восточная красавица». Они кушают листик прямо, когда он еще растет на поле, поэтому поле должно быть обязательно органическое. Иначе не будут кушать листики такие насекомые. И они начинают ферментацию листа уже, когда он еще даже не собран. То же самое, что с улуном до самой жизни. Поэтому у тебя какой-то очень сладкий вкус вот этого вот мисян хун чаю или медового улуна. Очень классный чай, необычный, и делается тоже из разных культиваров. Но вот я думаю, в плане технологии это, наверное, самое такое замороченное, потому что это требуется тоже очень много опыта. Я причем знаю многих производителей, но буквально знаю 2-3, кто может делать прям вот эталонный чай. Сложно. Надо уметь, там технолог, который на этом заводе работает, по-моему, лет там 35 работает. И вот он научился к 30, наверное, годам опыта. Я думаю, что, конечно, можно бесконечно говорить про технологию производства, потому что мы и сами производим чай в Грузии, в Таиланде, сейчас во Вьетнаме еще делаем проект. И вообще мне очень интересно погружаться в тему, скажем так, производства чего-либо. Мы там керамику делаем, там что только не делаем. Пожалуй, самые такие замороченные чаи, самые необычные чаи я вам сегодня рассказал. Огромное спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, приходите в наши чайные. Вот мы теперь везде, вообще где только можно. До новых встреч. Пейте хороший чай. Всем пока.